дорогие друзья, с вами Арза, и мы продолжаем проходить модификацию «Конец света 2. Последний восход». Мы сидим вот такого импровизированного костра из бетона со сталкерами, и сейчас давайте пойдем поговорим с Ворониным. Так, что он нам интересного скажет на этот раз? Мы выполнили, как бы сказать, его задание, вот, и теперь логично, что нам нужно поговорить именно с ним. Добрый день, генерал. Разрешите? Ну что там? Там ничего совсем. Из группы вашей только одного нашли. Это я знаю. Михайлов меня за известность поставил. Где остальные? Без понятия. Понятно. Ладно, тогда будем выяснять. Отдохни пока. Гонорар честно заслуженный у Петренко. Еще раз спасибо за работу. Вам спасибо, генерал. Рад помочь. Так, он нам сказал отдохнуть. Но... как же мы будем отдыхать? Спать у нас есть спальный мешок. Можно будет, конечно, поспать. Но давайте забежим к Петренко. Еще раз доброго дня, полковник. Взаимно, какие новости, Мечный? Да, все как обычно. Не сочтите за грубость, но я, собственно, за пособием за честно выполненную работу пришел. Как же без этого? Деньгами возьмешь? Ага, вот держи, 3000. Спасибо огромное, вы прям тут как Дед Мороз местного разлива. Должен же кто-то им быть. Тут... бармен бродил, говорил что-то о том, что у него какое-то дело к тебе. Ну, короче говоря, ты его знаешь, что-то придумал. О, спасибо за информацию, учту. Да, полезненько. Ух ты. Со значком таким СССРовским, посмотрите. Образца 1891 года? Да вы смеетесь, как с ним стрелять можно, она же развалится. Ну, по весу у нас все, в принципе, в порядке. Можно единственное продать вот ему. Не хочет, не хочешь брать, ну ладно. Все остальное. Вот нам бы еще, конечно, починиться вообще бы. У тебя нет же ничего, костюмов никаких. Я бы купил, у нас денег предостаточно. У нас 349 тысяч, как вы видите. Ну что ж, пойдемте сходим к бармену. А где у нас бармен? Ну, где-то вот здесь, на этом этаже, я точно помню. Куда-то... вот сюда вот, наверное. Нет, это у нас не сюда. Да, плохо я знаю все еще лабораторию. Вот здесь вот пока бегал, нашел вот такой вот тайничок. Вот, вот в таком вот месте. Я не знаю, как вам это объяснить, но... я думаю, тем, кто знает лабораторию, будет понятно. Здесь в самом таком закоулочке лежит вот такой тайничок. Не знаю, есть ли он в оригинальной игре, но... я ничего здесь брать не буду, мне это не нужно. Наконец-то вспомнил, где у нас бармен. Нам нужно вот сюда, вот здесь совсем далеко. Это я просто очень-очень глупенький. Так, ну может быть на этот раз. Потом, кстати, вот эти патроны можно будет Петренко продать. У него есть, конечно, костюмчики. Но вот как вы видите, что ничего такого ценного для меня. Потому что все костюмы у него похожи будут. Не, все-таки глушаки оставлю, они ничего не весят. А вот артефакты, конечно, забираем. Патронов натовских у него, кстати, они есть. Вот вы посмотрите. Не знаю, давайте возьмем чуть-чуть. Я понял. Он ведь это не может торговать. Видите, он даже нам не может продать ничего. Это вот такой вот у нас странный бармен. Ладно, давайте с ним поговорим. Здравствуйте, многоуважаемый. И вам, сударь, доброго здравия. Благодарю. Ладно, ты очень кстати. Да, Петренко сказал, что... ой-ой-ой-ой. Всем срочно собраться в главном зале. У нас тут был подгруз жесткий. Всем срочно собраться в главном зале. Повторяю, всем срочно собраться в главном зале. Спасибо. Мне даже нечего говорить, можно, конечно, с ним подбежать и говорить: генерал, ты вовремя, парень, сейчас самое время тебе начинать кусать локти и бить себе палкой в грудь. Все так плохо? Нет, готовится разведывательная операция в баре, ты в них ключевой персонаж.
но, генерал, я не обсуждаю это. С тобой идет шахматист. Со стороны Роска к вам выйдет Шило с ребятами. Шахматист расскажет подробнее. А Лука, что он скажет по этому поводу? То же самое, что и я. Работа оплачивается. А где, кстати, Лукаш? Ведь... наверное, здесь где-то, я просто не заметил. К тому же сейчас не то время, чтобы прибираться, не обижайся, но тот факт, что ты сидишь здесь, а не где-нибудь под мостом, усиленно пытаясь разжечь старый стул в качестве костра, не объясняется только нашим уважением к тебе. Надо быть полезным. Спорить, полагаю, бесполезно. Что ж, генерал, я согласен, дополнительные указания. Дополнительные указания у шахматиста узнавай, он будет ждать наверху. Подожди только до конца собрания, а потом выдвигайся. Так точно. Итак, господа, если кто-то не в курсе, кто я, представлюсь. Генерал Воронин. Сейчас, думаю, можем сконцентрироваться на нашей основной проблеме, то есть баре и армейских складах. Ни для кого не секрет, что там происходило несколькими днями ранее. Насколько известно, армейские склады мы потеряли полностью, что было подтверждено нашими вновь прибывшими коллегами. Баржа не находится под прямой атакой, поэтому было решено снарядить отряд для исследования. Что вы хотите сказать этим, генерал? Вам нужны добровольцы? Нет, у нас уже есть готовый отряд. Один из его представителей стоит рядом со мной, Меченый. Он возглавит отряд совместно с командиром отряда каперов шахматистом. И вы собрали нас для этого? В том числе. Я хочу, чтобы все знали, что делается все возможное для поддержания нормального уровня жизни. Если у кого-то есть вопросы, задавайте их. Чудесно. Если вопросов нет, все свободны и могут вернуться к выполнению своих непосредственных обязанностей. Спасибо за внимание. Вы, кстати, слышите вот эти звуки? Типа как будто... мы в зале находимся, и там еще был звук микрофона и все такое. Ну а нам, я насколько понимаю, сейчас он будет нас ждать наверху. Это означает, что нам нужно выбираться из лаборатории, либо он будет на верхнем этаже нас ждать. Ну, сейчас посмотрим. Так, у нас никаких новых записей не появилось. Журнал личной заметки. Вот, рейд в бар. Не буду вдаваться в подробности. Воронин отправил... в бар. Со мной идет шахматист. Он как раз со своими сейчас на ферме в долине остановился. Ага. Со стороны складов должна подойти группа Шило. Толян все же выжил, это радует. Там уже по месту шахматист будет ждать наверху. То есть вот эти заметки обязательно читайте, чтобы, короче, ну, было легче. Так. Данные от Сахарова. Вот это у нас тоже откуда, я уже не помню. Артефакт капля помещается в аномальную электро. Получается модификат слезы электро. Выводит из человеческого организма радиацию, дозы переносится без последствий. А также немного снимает усталость. Отрицательного воздействия на человеческий организм не зафиксировано. Мезомодификат слезы огня помещается в аномалию Ой, почитать не дают, а. В аномалию холодец. Этот гипермодификат, кроме того, что очень хорошо выводит из организма радиацию, также полезен тем, что блокирует почти половину пси-излучения. Отрицательные характеристики слез химеры, улучшение самочувствия человека и плохое заживление ран. Вот так вот. Тут вот все вот это вот можете почитать, но это читать нужно в процессе прохождения. Вот тут вот новый порядок. Мои догадки подтвердились. Кроме АКМ, Мосинок, СКС и так далее, у них нет ничего. Зато уж этого хлама много. Воронин обещал снабдить всем необходимым по первому чиху. Хоть когда-то дают пострелять спокойно. Сейчас отправили искать пропавший отряд долго. Пропали они где-то в районе фабрики. Да еще не пойду, не один пойду. Под командованием сержанта Михайлова. Радость-то. Они будут ждать наверху. Плюс Киценко еще что-то должен мне сказать. Надеюсь, что хоть заплатят мне не патронами для АКМ. Вот так вот. Странный сон, темная долина, вот здесь вот все. Это все уже у нас было. Я все это уже читал, правда, не на видео. И вам советую все это почитать, потому что это довольно интересно. Мало того, что во время самих выполнения заданий, именно если вы будете читать именно в то время, когда выполняете задание, то вам будет это еще и полезной информацией. Мало того, что интересно. Так. Вот мы, в принципе, уже наверху. Что же, выбираемся из лаборатории и разговариваем с шахматистом. Ну что ж, давайте найдем нашего шахматиста. Где он у нас тут стоит?
Киценко нам ничего не хочет сказать. Ты у нас тоже. Ты делай свое дело, даже не волнуйся по этому поводу. Сделаем все быстро и свалим оттуда к чертовой бабушке. Что это у нас такое? Я ничего не понял. Это у нас, походу, какой-то лаг. Наверное, еще подгрузка того диалога осталась. Так, здесь у нас вроде бы ничего нету. Или подождите. Это у нас барин. Шахматист, он стоял здесь около входа, в принципе, его было несложно найти. Чуден-чуден белый свет, и чего в нем только нет. А лица все знакомые, рад видеть, дружище, взаимно. Что, прогуляемся до бара, посмотрим, как там дела. Заманчиво, собственно, именно по этому вопросу я и здесь. Не самый плохой вариант, ты лучше скажи, что я пропустил. Слышал, на складах у свободы мясорубка была. Не напоминаю, это было ужасно. Почти все ребята были или... Ладно, не будем о грустном. Пожалуй... Я там был, видел, что осталось от базы, сочувствую. Это не ко мне, это к Лукашу. Да, ладно, что-то засиделись. Пора в дорогу, готов? Как пионер всегда готов. Отлично, план такой. Сейчас спокойно двигаемся до колючки на северо-западе, оттуда в бар. Когда окажемся в баре, держись меня. Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего мы там не найдем. С севера со стороны Ростка выйдет Шилл со своей группой. Все, понял, двинули. Мы пойдем вдвоем. Получается, именно сейчас. Вот, а потом встретимся еще с кем-то. Например, вот с Шилом. С группой Шила. Я думаю, вы помните, кто такой Шила. Эй, тип, ты че? С тобой не нужно разговаривать. Шил у нас это тот тип, который помогал нам зачистить барьер от химеры. Псевдогигантов, но у нас так и ничего не вышло. Такие странные звуки, да. Амбиент мне здесь, конечно, радует. По-моему, вот в оригинальном такого не было. Наверное, это все же вещи из ЗМК все. Что ж. Опять же, запись останавливать я не буду. Аккуратненько бежим за ним. Что у нас почти ни одного задания не появляется в КПК. Это вообще как-то не катит. Хоть задания бы появлялись, но не прямо отметками, но пусть хотя бы надписи были. А то вот у нас вот только вот эти вот у нас есть. И все, больше у нас ничего нет. Нет, я не сомневаюсь, что вот эти личные заметки, они очень и очень интересны и полезны. И составлены очень грамотно. И они к месту всегда, но я бы все равно, ну как-то привычнее было. Не знаю, не то, что это минус, ну вот просто вот это мое личное мнение. У нас было всего одно задание, оно как-то вообще выбивается из всего. Ой. Как так? Откуда у нас здесь радиация? Так много причем. Сейчас выдохнемся. Боже. Радиация-то не есть хорошо. Колючки мы почти добежали уже. Давайте еще немного снимем радиации. Все, думаю, будет нормально. Ну вот мы, в принципе, сейчас, наверное, переберемся на локацию бар, да? Двигаемся предельно тихо. Итак, вот мы перенеслись уже в бар.
теперь нам нужно здесь разведывать местность. Посмотрим, что мы здесь сможем найти интересного. Но с некоторых пор сюжет мне начинает нравиться все больше и больше. Давайте сохранимся здесь уже. Ты у нас кто? Миша Косолапый, Набат. Печальное зрелище, не так ли? Могущественная группировка отвоевывает у зоны такой маленький кусочек земли. А теперь зона взяла свое. Что ж, добро пожаловать, господа. Рад, что вы пришли. Отлично. И что это за красавец был? Давай-ка осторожней. Может быть, тут кто-то еще есть. Да, странные вещи здесь творятся. Давайте сохранимся каким-нибудь вот таким вот сейвом. Очень-очень странным. Но интересным. Этого не отнять. Пустой ночной бар. Никого нету. Очень непривычно. В баре всегда кто-то есть, а сейчас вот тут никого нету. Да. Очень-очень странно. Действительно, печальное зрелище. Да. А ведь по сути в баре никого нет. То есть зомби ушли, монстров здесь никаких нету. Там, кстати, еще один сталкер сидит, чучело, в экзоскелете, я к нему ходил, смотрел. Но он просто сидит у костра, и все. Немного странно то, что он один-единственный здесь, а больше никого нету. Ну, ладно. Я, кстати, пока мы идем, я вам хотел рассказать, я немного здесь помутил с моей видеокартой. Оказалось, что у меня настройки видеокарты стояли так, что... Ладно, теперь ждем шила. Надеюсь, он скоро объявится, а то мне холодно. Ну ладно. Да, озвучка здесь, конечно, просто отличная. Ну, давайте ждать. Я помутил немного с настройками видеокарты. Оказалось, что видеокарта у меня была настроена таким образом, что все вот такие мелкие предметы были замылены. Там загрузочные экраны. Это как бы для большего FPS, но на деле это нифига не помогает. И вот я как бы немного сделал. Ну и теперь стало получше. Давайте ждать, да? Ага, а вот и они. Готовься. К чему готовиться-то? Вон они там где-то идут. Это они у нас, получается, пришли со стороны складов. Здоров. Здоров. Давай поговорим. Ха, давненько не виделись, не так ли? Порядочно. Однако ты живучий, рад видеть живым и вроде бы со всеми частями тела. Почти. Ты о чем? Ты свое лицо вообще видел? Ладно, это лирика, теперь бы пора заняться делом. Окей, какой план? Шахматист изначально предложил нам здесь отсидеться, да посмотреть, что тут будет происходить. То есть сейчас мы тихо, мирно заберемся на водонапорную башню и будем мило сидеть, болтая ногами в безуспешных попытках что-то увидеть. Хороший план. Тоже так думаю. Давайте, я за вами. Ой, что здесь творится? Ух ты! Вот, кстати, можете рассмотреть оружие. Оно теперь не так замылено и все прекрасно прорисовано. А то, может, вы думали, у меня вроде все на максимальных стоит, кроме освещения. Ну, пойдемте на водонапорную башню. Так, или мы так и будем здесь сидеть? У нас что, выброс или нет? Давайте заберемся все-таки на крышу. Ладно. Нет, вверх я тогда не пойду. Раз вы здесь, я тоже буду с вами стоять. Все плохо-то.
кстати, впервые увидели в этой модификации, так сказать, дневное небо. До этого я вам, по-моему, один раз показывал, как я поспал, и наблюдался такой бах, что небо светло. Запись, потому что в этой модификации в любой момент может что-то произойти интересное. Поэтому я сейчас могу обрезать запись, а там окажется, что я что-то пропустил и вам не показал. Пока. Наблюдаем выброс. Ну, вроде бы, вот и все. Ага. И опять у нас наступила ночь. Ой-ой-ой-ой. Только вот не надо, пожалуйста, так темно. Где мой фонарик? Вот он, отлично. Без фонарика вы вот просто посмотрите, как. Да? Вот костер. И все. С фонариком хоть вот хоть как-то. Да, в этой модификации, конечно. Фонарик. Давай по-дружески, чувак, без ствола. Так, вы. Может, выйдете, нет? Опять был выброс, и во время этого выброса мы сидели в укрытии. Ну а теперь наконец-то забираемся вверх, как они и говорили, на водонапорную башню. Давайте посмотрим. Ну конечно же, ты ничего не пустой. Получается, эти несколько... О, господи. Нифига себе. Друзья, вы... Оп. Ну, вы сейчас наблюдаете то же самое, что и я. Получается, мы несколько часов... О, какое-то сообщение приходит. Непонятно откуда. Жду тебя в баре. Ясно. Получается, несколько часов мы просто просидели около костра, и нам показали вот такой вот ролик. Ладно. Насколько я понимаю, нам нужно спускаться. Никто с нами, конечно же, говорить не будет. Ну, давайте пойдем в бар. Что нам интересно скажут в баре? И кто там интересно? Конечно, у нас вот, видите, кто-то появился на радаре, какие-то сталкеры. Ну-ка, давайте сбегаем. Ведь как грустно все уходит. Одиночка. Так, получается, у нас
пришли сюда обычные сталкеры, все как обычно. Нет, это определенно странно. О, господи. И у нас вернулся тот бар, который был до нападения мутантов, зомби. Да, ну ладно. Жду тебя в баре, ну хорошо. Так, сталкер. Некий сталкер. Так, ничего нового не появилось. Опять же, ничего нового. Хорошо. Кстати, стены, по-моему, тоже стали более естественно прорисованы. Мужик, сюда! А, ты ему помочь еще? На тебе аптечку. Так, я вынужден выйти отсюда, отключить музыку. Сделал я музыку потише. И... Помогите! Ну, это у нас лысый. Ты давай, иди отсюда. Я как бы не с тобой разговариваю. Ты куда, Шолтон? Вот так и по своим делам, нет? Ну вот, и иди. Этот у нас сталкер лежит, ему никак мы помочь не можем. Но это, может, обычный бах. Получайте! А вот это вот у нас призрак. Ну, здравствуй, привет. Что-то лицо у тебя кисло. Не рад увидеть друга. Не в таком виде. Что? Ну, неважно. Что ты хотел сказать? Есть что-то по Набату? Вот, кстати, того Миху, по-моему, мы видели, как раз он был с группировки Набат. И он исчез так резко, что, конечно, расспросить мы его не успели. О, да, много. Во-первых, я знал, где их база. Аж на генераторах. Во-вторых, ты привлек их внимание, и они ищут с тобой встречи. Я как раз тут одного встретил. Ты? Ты ведь пришел с шахматистом, верно? Ты меня пугаешь. Ты меня знаешь. Я всегда все знаю, но не об этом сейчас. Дальше последний день планируют потенциальную атаку на базу в Темной долине. Вряд ли до этого дойдет, но все же. Обнадежил ты меня. С каких пор у последнего дня нашли силы на войну с группировками? Сам не знаю, просто запомни, что такое возможно, хорошо? Хорошо. Отлично. Кстати, вот тут кое-что от старых друзей держи. Что еще за друзья? Меченый, ты как? Все в порядке? Да, в порядке. Сейчас вернусь, все расскажу. Хорошо, понял. Жду тебя. Записка, переданная призраком, по его словам, авторы всего манускрипта являются старые друзья. Стрелок, рад, что ты читаешь это. Значит, ты все же встретился с призраком. Честно говоря, даже не знаю, как бы тебе это сказать, но... Клякса. Стрелок, нужно встретиться. Жду тебя в тайнике под НИИ. Твой добрый друг, доктор. Меня будут ждать в тайнике под НИИ. Странно, странно. Очень все у нас тут странно. У нас тут есть один сталкер. Это у нас как раз тот чучело, который у нас здесь сидел с самого начала. Довольно странный парень. Не знаю, что он здесь делает, один единственный. Вот, вот он самый. Тот самый в экзоскелете. Ну а мы возвращаемся к шахматисту. Посмотрим, что он нам скажет на этот раз. Точнее, что он скажет на наш рассказ, так сказать. Фух. Ты куда пропал, а? Лучше тебе не знать. Что так плохо? Даже хуже. Я встретил призрака. Призрака? Это который полупрозрачный и мертвый? Или тот, который убил лидера последнего дня? Его. Парапам. Нехило, что сказал? Предупредил, что последний день может напасть на базу в Темной долине. Интересно, что вы решили? Сидим здесь или двигаемся? Движение – залог жизни, но, впрочем, в нашем случае не совсем. А пока тебя тут не было, кто-то шлялся, так что выйдем и рискуем огрести пулю не меньше, чем сидя здесь. А, тут хоть бетон, да. Я бы предложил выползти в ангар рядом с ареной, там и костер, и безопасно вроде. Что думаешь? Ну, разницы, конечно, лично для меня нет, но... ладно, раз костерок есть, отлично. Двинулись. Ну, пойдем. Я хочу обратить наше внимание на... Ну, мы же не рассказали ничего
шахматиста, но мы-то знаем, что произошло нечто странное. Ну, во-первых, вы сами, я думаю, поняли, что сначала бар у нас заполнился сталкерами, то есть все превратилось в обычный бар, все как обычно стало, но потом вдруг опять все исчезли вместе с призраком, и осталась какая-то записка. То есть, по сути, творится какая-то чертовщина. И меня это не радует, потому что, во-первых, пока мы... Так, у нас там опять какой-то сталкер. Это, наверное, все тот же. Толя Шила, один-единственный, который здесь есть. Во-первых, у нас по этой записке, судя по этой записке, мы должны отправиться в тайник стрелка. Под ней. Я понимаю, что поверил. Вот это как медом помазал. Просто поверь, что такое было. Не, ну это ты прогнал. Вот это как медом помазал. Ну-ну. Что? Не, ну это ты прогнал. Здесь теперь будем сидеть. Ох, сейчас бы толковый сейшн сбацать. До центров хорошо напустить, чтобы всех вставило. Ну давайте здесь посидим. Не хочешь сам ничего сказать? Здесь, а? Ты ничего не хочешь что сказать? Что за здание? Вы что, не пойму-то? Даже тут. Таскайтесь. Тут задницу друг другу каждую минуту прикрывать надо. Теперь, получается, мы будем ждать. Опять же, запись я не могу остановить, потому что в любой момент может что-то произойти. И кайфоломщики тупые. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Да садитесь. А сейчас музыка для души. Раздолбали уже. Вот такое знает кто? Опа-на. Заканчивай уже, ладно? Ты где играть учился, чувак? Как-то поймали наемника. Вот я просто не ждал такого. Так, короче, наверное, все-таки сейчас переиграю этот момент. Вам тогда уже покажу.